В этом сезоне дизайнеры активно используют в одежде цветочные принты. Но не только дизайнеры одежды, но и ювелиры взяли на вооружение эту модную тенденцию. И сегодня мы с Натальей на нашем телеканале представляем вот такое красивое ожерелье розарий. Ожерелье, в котором сплетаются цветочные мотивы и жемчуг. Такое необычное, красивое переплетение. Наташа, расскажи, пожалуйста, какие здесь камни у нас используются? Такое замечательное название ожерелья — розарий, но здесь не только замечательное название, но и сам состав этого украшения достоин нашего внимания. Посмотрите, для изготовления этого украшения мы использовали культивированный жемчуг, который сохранил, посмотрите, и форму, и текстуру, и покрытие. То есть каждая жемчужина здесь уникальна. Обратите внимание, да, то есть она не имеет идеальной формы искусственного жемчуга, а каждая жемчужина натуральна, искусственно культивирована, и поэтому имеет свое индивидуальное лицо. Действительно, в этом большая ценность, в том, что жемчуг натуральный. Мы знаем, что каждая бусинка, она природой была рождена, и цена за такое качество, за такую красоту и за натуральность, цена премьеры — 1150 рублей за это великолепное ожерелье. Наташа, ну вот я вижу еще очень красивые такие изящные розочки, они привлекли сразу мое внимание. Что это за металл? Да, ну дизайн был бы неполным, да, и если бы мы использовали одни жемчужины, были просто бусы. У нас же украшение наше называется ожерелье розарий, потому что наши ювелиры решили скомбинировать красоту камня и красоту металла. Посмотрите, какая филигранная резьба, какое филигранное литье использовано. Мы использовали ювелирный сплав, покрыли его декоративным оксидированием под состаренное серебро. Смотрите, действительно, как выглядит, как будто это черненое серебро. А мне еще очень нравится, что розочки как будто просвечиваются. Они прям прозрачные, в них проникает воздух и еще вращаются. Такая игривость придается нашему ожерелью. Ну, и здесь я хотела бы сказать, что да, действительно, и как 3D-эффект. Посмотрите, обычно в колье используется, то есть украшение ложится на шею, и все, и оно там находится. Здесь же каждая розочка представляет как отдельную бусину, которая со всех сторон имеет красоту. И кроме того, обратите внимание, действительно, это ожерелье, а не бусы, благодаря закрепке, то есть как между собой соединены эти бусины. Видите, да? То есть каждая бусина имеет свой индивидуальный такой замок, который пронизывает ее насквозь и закрепляет. И каждая бусина имеет индивидуальную свою планку, на которой она находится. И что это нам дает? Да, казалось бы, вопрос такой логичный. Мне кажется, что это подвижность, да, и гибкость нашему ожерелью дает. Или что-то еще? Еще надежность, его невозможно порвать, да, и растерять эти бусины. Даже если вдруг случайно эти ожерелья потеряют целостность, каждая жемчужина останется на своем месте, и будет очень легко и просто обратно соединить этот замок. Наташа, ну, несмотря на то, что оно достаточно длинное, оно практически невесомое. Я вот сейчас поднимаю его. А скажи, какая длина все-таки у этого ожерелья, чтобы можно было понять, где оно будет на платье, как оно будет смотреться? Это длина классическая для оперного вечернего платья — 76 сантиметров. Не случайно такая длина называется опера в ожерелье. Поэтому приобретайте себе это украшение, украшайте свой вечерний туалет. Дорогие девушки, ну не знаю, как на вечернем платье, но вот сейчас я примерила на себя. Мне хотелось понять, как это будет смотреться на обычном дневном или коктейльном платье. Мне кажется, тоже очень красиво и интересно смотрится сейчас. Мне нравится вот такая глубина и такое сочетание на теле с темным платьем. Но я могу представить, что и на вечернем наряде это будет действительно очень великолепно и шикарно смотреться на темном фоне. Вот как здесь у тебя стоит, да, на нашем планшете, на темном фоне очень ярко, красиво, элегантно смотрятся эти бусинки вперемешку с красивыми изящными розами. Думаю, каждая женщина будет смотреться просто богиней вечерних туалетов. Дорогие девушки, вам осталось только позвонить по нашим телефонам, которые вы видите на своих экранах, и заказать
по цене премьеры 1150 рублей за это великолепное ожерелье. Звонки со всех мобильных абсолютно бесплатно. Наши операторы для вас работают круглосуточно. Набирайте телефонами и становитесь счастливыми обладателями этого прекрасного ожерелья. А я хочу напомнить еще, что на нашем сайте shopandshow.ru вы можете найти и другие украшения, и, например, подобрать к этому ожерелью вот такие красивые серьги, и еще на сайте множество других украшений, которые вы можете разнообразить свой гардероб на любой вкус и цвет. Создавайте образ тот, который подходит вам, вашему настроению, вашему вкусу и стилю. Мы сегодня представляли вам ожерелье «Розарий». Состоит оно из культивированного жемчуга длиной 76 сантиметров. Кроме того, бусины перемежаются ювелирным сплавом, который выполнен в виде фантазийной формы розы. Именно эти розочки дают название нашему ожерелью «Розарий». И позвольте себе это украшение. Действительно, я призываю вас, дорогие женщины, стать счастливой обладательницей этого изящного украшения. Добавьте себе изюминку. Я свой выбор уже сделала. Ожерелье «Розарий» обязательно будет в моем гардеробе. Я желаю, чтобы вы были элегантными и женственными. Заказывайте ожерелье «Розарий», и мы желаем вам красоты.